Всем салют, друзья! Вы на канале Кексович. Салют, друзья! Я с вами тут, Еруди тоже. Сегодня мы зашли в игру Friday Night Funkin RP в Roblox и будем получать бейджи. Бадди, наш друг Бадди, покажет, как получить вот эти бейджики, вот этих четверых красавцев: Боба Гарселла, Сандей, Микки и Мини Маус. Все стадии трики. Смотрите, какой малыш. Такой милашка. Мы его получим, Кексович. Да, и вот этого красавца обязательно получим. Итак, Бадди нас ведет получать трики. Заходим вот в эту третью картинку. Господи, боже мой, где-то мы находимся-то. Мы как-то раз заходили с Кексовичем, чего тут не находили, но тут, оказывается, есть вот такое вот местечко потайное. И вот этот ключик. Берем ключик и поднимаемся, вылазим. Осторожненько, здесь, между прочим, паровоз ездит и может сбить нас, Кексович, понимаешь? Надо быть очень аккуратным. Ну да, что еще местечко. И заходим вот в эту бомбочку, да, вот сюда. Тут Боб ходит. Мы его тоже получим, да, мы их всех тоже получим. Кексович, я хочу получить Боба. Нет, я хочу получить третью стадию трики. Он просто огромный и красивый. Бадди сказал, там нужно будет ввести код. Эй, пустите меня, пожалуйста. И мы будем отгадывать этот код. Отличненько, мы нашли. Какая-то голова клоуна, Руди, встань туда, пожалуйста. Отлично, первый бейдж у нас есть. Выходим и получаем нашего трики. Да, всем привет, я трики, и я такой красивый. Ребята, посмотрите, как трики грустит. Знаете, почему у него такие круглые глаза? Вот, он показывает пальчиком, потому что в правом нижнем углу кнопка подписаться. Нужно поставить лайк и подписаться, друзья. Не расстраивайте трики. Итак, идем в следующий получать бейджик. Мы сейчас идем за Бобом. Заходим в этот какой-то гараж. А как туда зайти? Понятно. Телепортируемся. Так, где-то мы оказались, какое-то поле. О боже, бойфренд, что с тобой? Что-то ему как-то не очень хорошо, он себя чувствует походу. Так, привет-привет, Боб с нами здоровается и говорит, добро пожаловать на мое суперсекретное место. В общем, друзья, здесь нужно будет пройти очень легкий паркур, и мы получим бейджик. Это вам не Tower of Hell. Отлично, вот она кнопочка, мы нажимаем на нее, и мы получили нашего Боба. Ура-ура! Вот наш красавчик Боб, какой он прикольный. Посмотрите на эти честные глаза, они вас никогда не забудут, особенно если лайк поставите. Следующего, кого мы получаем, это, конечно же, Гарселло Кексович, и он мне очень нравится. Заходим по какому-то коридору, смотри, уже стоит какой-то Гарселло, бобы тут везде тусуются. А мы проходим вот в эту дверь, заходим, и что, подожди, куда нас? Это все, что ли? Бадди сказал взять вот этот стаканчик с напитком. Да все, что ты нажимаешь по 5 раз на него, не пойму. Смотри, стаканчик, и а что там нарисовано? И все, нам дали бейдж! Нам дали бейдж, у нас есть Гарселло. Вау, посмотри, у него именной стаканчик, между прочим. Нет, это компания Гарселло, она выпускает вот такие напитки. Наверное. Просто классно, мне он так нравится, смотри. Ну да, он такой прикольный чувачок. Так, Кексович, поехали дальше. Будем получать Сандей. Так, также идем на второй этаж, тут ее картинка есть, везде Гарселло ходит, вот сюда. Ух ты, неплохая хатка тут такая. Бля, что тут такое, там музончик тут вовсю гремит, шумит. Бадди сказал, нам нужно пообщаться с Сандей, она нам что-то скажет. В общем, друзья, из того, что она нам потом сказала, мы поняли, что нужно принести гитару. Бадди, мы сейчас все сделаем. Выходим из этой комнатки. Так, и куда идем? А, мы вообще отсюда выходим. Какой миленький малышек, посмотрите. Хочет с нами поиграть? Пойдем лучше отсюда, руки. Так, дальше мы спускаемся. Идем на первый этаж. И здесь у нас картинка с елочкой. Мы заходим в елочку. Нормально, так уже что? Новый год скоро уже. Так, здесь у нас какие-то магазинчики. Видишь, тут какой-то у нас торговый центр. Мы поднимаемся на второй этаж. И Гарселло Бадди нас ведет вот сюда, в этот магазинчик. О, и здесь лежит гитара. Отлично. Давай, Руди, сбацай чего-нибудь, хотя лучше не надо, конечно. Так, да, Кексович, как-нибудь сбацаю. Значит, взяли гитарку, несем опять в дом к нашей Сандей. Никуда надо в руки положить, что ли, она нам часы играет, что-то. Нет, Бадди сказал, нужно положить гитару на стол. Отлично. Есть, Кексович, мы получали Сандей, у нас, да, нам дали бейдж. А там ничего нет, да? Там еще дверь. Может, там это в туалет типа сходить? Нет, там ничего нету. Можно пока порадоваться, что мы получили бейдж. Смотри, с нами еще девчонки радуются. Смотри, там какой-то дядька. Давай сфоткаемся с ним. Итак, вот наша Сандей. Теперь мы отправляемся к самой сложной, Кексович. Мы отправляемся к трике. Заходим вот в этого осьминога. Вот в этого. А Бадди сказал поставить 40. Нужно было нажать на шестеренку, написать 40 и снова нажать на шестеренку. И оно закроется. Зачем? Для того, чтобы у нас увеличилась скорость, потому что нам предстоит долгий путь, Кексович. Господи, Микки Маус бешено бегает. Так, заходим сюда и что тут? Тут ничего. Так, подожди, Бадди, ты идешь? Здесь что-то как-то, знаешь, много.
всего. Итак, заходим в эту комнатку, здесь у нас стоит компьютер, и нажимаем на него, и нам нужно ввести код. Давай нажимай, Руди, ты же у нас типа хакер, господи, что это такое? Короче, друзья, кому непонятно, как это делать, можно просто вбить в гугле анаграмма, это составление слова из букв. Вот мы нашли вот такую штуку, выпало это слово трики, и мы пишем слово трики. Да ты хоть правильно напишите, пожалуйста. Это будет легче, кто не знает английский. Все, отличненько, мы бейджик не получили, нам нужно следовать дальше, нам нужно теперь прыгать. По большим астероидам. Ну хорошо, погнали скорее. Выходим из этого домика и идем обратно, откуда мы пришли. А это вон тот камушек. Выходим. Теперь нам нужно снова выйти в город и найти красную дверь. Да, хорошо. И куда нам? А где эту красную дверь найти? Да, вон она, Кексович. Все тут рядышком, все близко. Итак, заходим. И вот мы где оказались, Кексович, смотри. Ничего себе, мы что, на Луне или на Марсе? Да, вон те камушки, мы по ним должны прыгать. Мы тут долго прыгали на самом деле, потом только дошло до нас, что не нужно прыгать там вправо, влево уходить, вот чисто вот вверх идите. Так, вот все, последний камушек, и наконец-то, Кексович, мы допрыгали. Так, что тут у нас? Пистолет. Берем пистолет. Опа. Здрасте. Это как так-то? Ну, мы получили бейдж. Итак, да, друзья, вот наш красавчик Трики. Вот он просто, просто мощь ярости. Да надо просто лайкосик поставить, и он снова станет маленьким. Давайте, друзья, считай до трех. 1, 2, 3. Ставьте скорее лайкосик. Спасибо за лайкосик. Вот видишь, я же говорил, сработай. И еще Кексович нам тут Барри показал, как получить этот камень Чики. Мы его получили давно, я думаю, что многие тоже его давно получили уже. Но давай покажем всякие случаи, куда идти. Ну, давай тут. Так, телепортируемся. Так, отлично. Я как бы немножечко боюсь темноты, но да ладно. В общем, здесь нам нужно ходить по лабиринту и искать. Наверное, должен быть камень Чики. В общем, чтобы не заблудиться в лабиринте, нужно идти строго по стеночке. Когда ты будешь идти строго по стеночке, ты обязательно куда-то дойдешь. Так, я по стеночке иду хоть. Короче, долго мы ходили. Короче, о, Тон, какой красавчик, посмотри. Я, если честно, испугалась, как-то крипово на самом деле это выглядит все. О, нажали, он засветился, и мы получили бейдж. Кексович, круто, теперь у нас есть Чики. Так вот, наш красавчик Чики. И также сейчас мы посмотрим, где находится Минни Маус и Микки Маус. Заходим в эту елочку, в этот торговый центр, поднимаемся на второй этаж. И вот в этом магазинчике у нас находится Минни Маус. Привет. Красотка. Так, а Микки Маус у нас находится рядом с елочкой. Заходим сюда, какая-то школа. Не надо школу. Проходим сюда. Так, здесь я не могу... Ага, подожди, подожди, все, я поняла, вот здесь. Угу. Прошли, и вот он за углом, наш красавчик Микки Маус. Привет. Здоровчик. Ну что ж, друзья, не забывайте ставить лайкосики, подписаться, и всем пока-пока. Руди, нравится, Руф. Ну, это да. А ты подписался на канал?